Каждый город, большой или маленький, делится на районы. Это могут быть районы официальные, на которые город поделили власти, а есть такие, на которые город подразделил сам народ, сами его жители. Это неофициальные районы. И, конечно, у Барнаула есть 5 официальных районов с администрациями, с другими органами власти. И множество частей города, которые образовались в ходе почти 300-летней истории, и эти части выделили для себя сами барнаульцы. Иногда власти соглашались и соглашаются с таким выделением, и неофициальные районы становятся частично официальными, а иногда, чаще всего, вот эти неофициальные районы так и остаются просто достоянием народного общественного сознания. Наверное, одним из первых таких неофициальных районов города была гора или Нагорная часть. Собственно, мы и сейчас знаем, что это за место в Барнауле. Чисто физически оно отделено от исторического центра, потому что исторический центр находится внизу, в долине речки Барнаулки, а на возвышенности над ним находится гора или Нагорная часть. Другой достаточно старый район, который тоже возник еще в дореволюционные времена, это так называемые Лужки или Лужки. Это место в районе нынешней улицы Чехова, улицы Луговой, улицы Приречной, переулка Горького. Эта часть Барнаула была застроена в начале 19 века, как раз таки на заливных лугах речки Барнаулки. Отсюда и название Лужки, ну и собственно название Луговая улица, потому что когда-то там были луга. С другой стороны, это луга заливные, и эта местность изобиловала болотами, какими-то старицами, маленькими водоемами, там высокий уровень грунтовых вод, поэтому другое название Лужки отсылает нас к слову лужа, то есть это такое место, где много воды, да, много этих самых луж. Сейчас это название ушло. И никто из нынешних барнаульцев уже и не назовет это место Лужки. Но, наверное, самый легендарный неофициальный район дореволюционного Барнаула – это так называемая Зайчанская слобода, или Заячья слобода, или Зайчатник, или Зайчанское предместье, Заячья губа. Каких только названий у этого места не было, но суть вся сводится к тому, что это место, где живут зайцы. Но не те зайцы, которые, как в детской песенке, трусишка, зайка, серенький под елочкой скакал. Хотя наверняка они там тоже жили, когда там был лес, и, конечно, там были деревья, и под ними, наверное, жили зайцы. Но здесь имеется в виду другое. Этот район застраивался нелегально. До революции, чтобы получить право строить дом в городе, нужно было записаться в городское мещанское общество или получить какое-то иное разрешение от городских властей на постройку. Но было немало тех, кто, переселяясь в города, в том числе в Барнаул, просто селились на краю. И вот таких людей называли зайцы. Район, где они поселились, стали называть Зайчанская слобода. Границы Зайчанской слободы в старые времена это был проспект, нынешний проспект Красноармейский, тогда это был Конюшенный переулок, и от него слобода тянулась вплоть до устья речки Пивоварки. Впоследствии, конечно, вот районы ближе к Красноармейскому уже перестали называться Зайчанской слободой, но вот эта Зайчанская слобода сохранила свою особенность уже под другим названием. Постепенно вот то, что там были зайцы, то, что там нелегально селились бедняки, про это забылось, но зато в народной памяти закрепилось то, что переулки, которые шли через эту Зайчанскую слободу, ну, соответственно, от Барнаулки вверх, назывались прудские. Ну, собственно, на Барнаулке существовал заводской пруд, к нему спускались эти переулки, и все они носили одинаковое название прудские. Первый, второй, третий, до десяти. Десятый прудской – это нынешний переулок Крайний. Так вот, название прудских переулков сейчас, до настоящего времени, сохранилось только за двумя. Это бывшие 6 и 7 прудской, соответственно, это просто прудской сейчас и малый прудской. И вот постепенно вот эта Зайчанская слобода вместо Зайчанской стала называться прудскими. Ну а уж на совсем таком, условно говоря, сленге
да, если так можно выразиться. Район это получил название пруды. Прудские переулки, пруды. Правда, сейчас словом пруды чаще называют не весь район от Красноармейского до пивоварки, а территорию от переулка Челюскинцев, ну и, собственно, да, до пивоварки, там, где вот сохранились этот Прудской и Малый Прудской переулки. Район многоэтажек, многоэтажного района завода АЗА, район самого завода агрегатов, окрестный частный сектор, вот это чаще сейчас называют пруды. Хотя еще несколько десятилетий назад район, например, переулка Ядринцева тоже иногда называли пруды. Еще один неофициальный район, название которого стерлось из памяти, это Пески. Это местность выше улицы Партизанской и примерно до вокзала, на склоне, вот на подъеме на Красноармейском проспекте, на переулке Челюскинцев, на Ядринцево. Связано это с песчаными почвами на месте вырубленного соснового леса. Почему именно этот район назывался Пески? А потому что то, что было ниже, там были болотистые почвы, соответственно, не песчаные, а то, что выше, в районе вокзала и железной дороги, там уже луговая растительность, уже тоже почвы не песчаные. То есть это был такой район города с особым типом почв. Улицы там назывались Алтайские, поэтому иногда Пески носили другое неофициальное название – Алтай. Но и то, и другое теперь уже ушло, тем более, что сейчас на этих песках выстроен центр города. Это площадь Сахарова, это площадь Советов, это площадь Ветеранов. Любопытно, что в нашем городе Барнауле долгое время существовал город-сад. Сначала это был официальный градостроительный проект, затем про этот проект забыли, но районы, застроенные согласно этому плану, сохранились. Некоторые сохранились до наших дней. Это район ВРЗ, район бывшей овчиномеховой фабрики, вот то, что к востоку от парка Изумрудный. И этот район довольно долго, неофициально продолжал носить название «город-сад». Но вот сам смысл этого названия постепенно трансформировался. Если раньше это относилось к красивой идее создать город будущего, город нового типа, то уже в 30-е годы городом-садом этот район назывался потому, что соседние районы, такие как вот уже упоминавшиеся мной Пески, ну, собственно говоря, были не очень благоприятны для выращивания огородных растений, тем более для выращивания плодовых культур. А вот в районе ВРЗ начали уже выращивать на приусадебных участках яблони, вишни, какие-то там еще растения. И этот район был более зеленый. И вот это стало причиной того, что район ВРЗ называли город-сад. То есть как противопоставление. Вот есть Пески, а есть цветущий зеленый город-сад. Переносимся за железную дорогу, и там мы видим поселок Осипенко. Это официальное название. Неофициальное же у него было два прозвища, причем они такие, знаете, из разряда бандитских. Это Осипуха и Ганьбинка. Осипуха, понятно, от названия поселок Осипенко, просто переделанное. Ганьбинкой называлась улица Советской Армии, улица Ганьбинская. И, соответственно, кварталы рядом с ней тоже получили название Ганьбинка, причем тоже говорилось о том, что, ну, вообще-то Ганьбинка, потому что эта дорога шла на село Ганьбу когда-то. Но это забылось и было переосмыслено как то, что эта дорога, по которой гоняли скот из города на пастбище. Наверное, один из самых легендарных барнаульских неофициальных топонимов, неофициальных районов – это Поток. Район этот появился с 1956 по 1961 годы в связи со строительством жилья так называемым поточным способом. Это способ непрерывной постройки жилья целыми кварталами. Изначально слово «поток» писалось с маленькой буквы и вполне официально встречалось в газетах, например, в «Алтайской правде». Впоследствии Потоком стали называть вот отдельный район города, хотя строительство жилья таким способом происходило не только там, но это был самый такой вот, самый большой район. Что любопытно, для непосвященных слово «поток» ассоциируется или с рекой, с ручьем, или, может быть, с потоком людей, и приходится людям объяснять, что это связано с особенностями застройки. В те же годы на землях нынешнего Железнодорожного и Ленинского районов возникли черемушки. У нас есть ближние черемушки, средние черемушки и дальние черемушки. К Барнаулу и к черемухам это название не имеет, ну, почти никакого отношения. Дело в том, что вот такой тип застройки впервые был применен в Москве на месте бывшего села Черемушки.
И впоследствии, по аналогии с Москвой, районы, застроенные таким способом, во многих городах Советского Союза стали называть черемушки. То есть это искусственный перенос другого названия вот на территорию, на другую территорию, да, в частности в Барнаул. Впрочем, не только в Барнауле, у нас есть даже населенные пункты, да, в России, которые прямо называются черемушки. Наверное, легко опознать барнаульца, если подойти к незнакомцу на улице и спросить, ты случаем не с Сулимы? И если он поймет, о чем речь, это точно барнаулец. Сулима – это результат трансформации в народном сознании официального названия одной из улиц. В 60-е и начале 70-х годов шла застройка так называемого поселка Урожайного, и одну из улиц там планировали назвать в честь героя гражданской войны Дмитрия Григорьевича Сулима. То есть должна была быть улица Сулима. В итоге эта улица получила имя Георгиева, и сейчас это улица Георгиева. А вот улица Сулима в народном сознании трансформировалась. Кто такой Сулим, уже не помнили, а Сулима, слово, означающее яд, вот оно еще в памяти было. И, соответственно, народ стал называть это место Сулима. Еще одно название, относящееся теперь уже к Ленинскому району, которое как будто бы логично происходит от природных особенностей, но потом получило другой смысл. Это яма. Это район между улицами Алексеевой и Юрина, находящийся в долине речки Пивоварки. Изначально название этого места было поселок имени Докучаева. То, что мы сейчас называем поселком Докучаева в районе трамвайной конечной, это перенос, искусственный перенос исторического названия на трамвайную конечную, а с трамвайной конечной уже на весь окрестный район. Так вот, сначала поселок Докучаева был внизу, в долине Пивоварки, поэтому логично, что его вполне могли называть и ямой, потому что он в яме внизу. Но в конце 80-х годов район поселка Докучаева стали заселять цыгане, затем в 90-е годы это стал, ну, можно так сказать, наркопритон краевого значения. И здесь уже название яма употреблялось не только в значении, что это район внизу, но и в значении притон, место сосредоточения наркоманов, социальное дно. Да, яма получила больше значение дно, ну, в первую очередь связанное с наркотиками. Ну и, наконец, в нашем городе есть район, название которого произошло от официального, затем оно в народном названии, в народном сознании было трансформировано чуть ли не в ругательство и в таком виде снова закрепилось как официальное. Это район Куета. Ну, люди, которые слышат слово Куета, они, у них сразу же ассоциация с нецензурными словами. И действительно, вначале, конечно, никакого слова «куета» не было. Там была исправительная колония, и называлось это в ранние советские годы «Краевое управление исправительно-трудовых лагерей» – «Куиту». Ну, понятно, что в сознании народа какое-то «куиту». На что это похоже? Ну, на ругательство, да. Вот и вместо «куиту» стали говорить «это какая-то куета». И вот эта «куета» теперь закрепилось официально, и у нас есть официальный поселок Куета, есть адреса с таким названием, есть автобусная остановка и так далее. То есть мы видим, что неофициальные районы были, есть и, наверное, будут всегда. Их названия связаны как с особенностями природы, так и с особенностями истории застройки, а иногда какие-то названия переосмысливаются и получают совсем другое значение.